Бывший глава правительства Испании Фелипе Гонсалес в Брюсселе дал интервью Евроньюз. Отвечая на вопрос о кризисе в Каталонии, исторический лидер Испанской социалистической рабочей партии подчеркнул, что Карлос Пучдемон должен нести ответственность. Первоочередная обязанность господина Пучдемона, скрывающегося от правосудия, самому предстать перед судом. И он не имеет права отказаться. Фактически он избегает этого, но в таком случае он не может рассчитывать на полное признание его права быть избранным, рассчитывать на осуществление его прав гражданина, не выполняя своей главной обязанности и скрываясь от правосудия. Отвечая на вопрос, кто больше повинен в конфликте между движением за независимость Каталонии и центральным правительством, Фелипе Гонсалес с уверенностью заявил: «Не стоит это сравнивать. Мы все несем ответственность, когда наступает кризис. Но некоторые полагают, что демократия стоит выше законов. Наиболее яркий представитель — господин Пучдемон, который заявил, что закон не имеет значения и можно не обращать внимания на институт правосудия. Это типично для националистической риторики». Полную версию интервью вы сможете посмотреть в этот четверг в 21:50 по среднеевропейскому времени.